Ребята, всем привет! Влогов на канале уже не было тысячи лет, поэтому сегодня это мой новый влог. Погнали! Просто я не знал, что снимать. Выпал уже снег на улице, настоящая зима, какая-то обыденная скучность. И сегодня я получаю уведомление о том, что проходит лекция, семинар с космонавтом Федором Юрчихиным. Конечно, я не мог упустить такого момента. Я, если честно, мне стыдно, знаю только Юрия Гагарина, и поэтому сегодня я исправлю эту ситуацию. Хочу пожать руку настоящему космонавту. И, в общем, погнали. Сейчас мы все увидим. Лекция уже закончилась. И, конечно же, я задал вопрос по поводу того, что о каких-то необычных светящихся объектах, которые имеют некую такую интеллектуальную основу. Я задал такой вопрос, и Федор Николаевич ответил, что всему есть логическое объяснение, просто ответ на этот вопрос можно получить не вот прям в один день, а в течение какого-то времени. Такие моменты требуют глубокого анализа, но необъяснимых объектов и необъяснимых явлений не существует. Вопрос только времени. Все-таки пожал руку Федору Николаевичу и пожелал ему счастья и долгих минут жизни. Конечно же, я ему задал вопрос касательно того, что видел ли он какие-то необычные летающие объекты, они же НЛО, на что он мне сказал, ну, я понимаю, что это конфиденциальная информация, и я понимал то, что он мне на этот вопрос он не ответит, но он так прям легко и свободно сказал то, что видел необычные вещи, но объяснение, которым он чуть позже, конечно же, нашел. Так что я мог и не задавать этот вопрос ему, потому что я уже частично знал ответ на него. Потому что иначе бы он не смог ответить. Thank you.
это в моем детстве. Сейчас с детства мечтают стать блогерами, певцами, артистами и так далее. Ну, как говорится, о вкусах не спорят. Сейчас мечты у детей немножко изменились. Мало кто хочет стать уже космонавтом. Да, вот так вот время меняется. Все просто настолько гигантское, что человек на фоне всей этой техники кажется такой маленькой хлопинкой. Вот в таких капсулах спускаются. Так вот она выглядит. Космонавт Кинг-Конг. Такие были газетки раньше. Сейчас все уже в телефонах. Новая ДНХ. Комиксы — моя любимая тема. Похоже, комикс меня преследует везде и всюду. Даже вот по стене есть. Это какой-то город будущего. А, там еще что-то есть. Будущее начинается с мечты. Мечты, для которой наш разум всего лишь... Поднимаюсь еще на один ярус. Все выше, выше и выше. К звездам. Это планета Земля. Я просто хотел показать масштаб этой планеты. Вот моя рука. И вот такой вот вертолет можно у себя дома поставить. Хочу такую штуку у себя дома. Собакен, космонавты. В этом доме хорошо, но я пошел в следующий. Я только сейчас осознал то, что я пожал руку космонавту, который производил 5 полетов в космос и 98-й космонавт по счету в России. На самом деле для меня это большая честь и, блин, это офигенно круто, у меня нет слова больше. Сейчас я участвую в конкурсе, где есть небольшой список участников, и практически рандомно ты отправляешь одному из участников подарок от Деда Мороза. Ну, то есть как это визуально выглядит? Покупаешь подарок
упаковываешь его красиво и отправляешь по почте. Но в поле «От кого» указываешь «Дед Мороз». Мне кажется, было бы очень приятно получить такой подарок, конечно же, по согласованию с каждым участником. Мне кажется, это очень классно, когда ты можешь отправить человеку подарок, и он не знает, во-первых, от кого он, и в поле «От» ты просто указываешь «От Деда Мороза». Блин, это вообще классная идея. И сейчас я иду в магазин для того, чтобы купить небольшой подарок и отправить его участнику конкурса. Какой здесь огромный выбор. Все, подарок я купил. Не буду рассказывать, что это такое, потому что человек может увидеть этот влог, и это уже не будет сюрпризом. Поэтому сейчас я бегу на почту для того, чтобы отправить его. Доехал наконец-то я до почты по России. Сейчас я отправлю посылку. Все, ребята, посылку я уже отправил. Так что делайте добрые дела от души. А этот влог уже заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и оставляйте комменты. Все, всем удачи, всем пока.